Меня зовут Анна. Я из Дзержинской Нижегородской области. До тренинга 10 лет назад я познакомилась с техниками радикального прощения, и последние полгода я, ведущая игры Сатори, с удовольствием и с большим результатом проводила игры Сатори. Пришла на тренинг, потому что я поняла, что этой техники мне недостаточно. Люди обращаются за консультациями, я готова проводить тренинги, но мне не хватает квалификации. Поэтому я поехала на этот тренинг, очень сомневалась, но ни секунды не пожалела. Тренинг дал мне все, что мне было нужно. Практики, инструменты, схема проведения тренинга, схема проведения консультации. И помимо этого, еще очень много техник, которые я просто могу применять и уже начала применять здесь для себя. Еще огромная ценность тренинга – то, что мы не просто получаем информацию и техники под запись, а все это пробуем на себе. И это самое ценное, потому что и у меня, и у практически всех участников тренинга огромные трансформации произошли. Благодарю мастера, ведущих и Колина Типпинга за это чудо. Мария, город Долгопрудный. На тренинг я пришла с таким запросом, чтобы получить инструменты для проведения тренингов. Но сам тренинг превзошел все мои ожидания, потому что здесь, кроме инструментов, я получила еще такую глубокую работу с собой, и этот тренинг являлся сам по себе трансформационным. А буквально на втором дне тренинга произошло такие осознания, я выявила такое убеждение свое, которое цепочкой создавало события в моей жизни вплоть до начала тренинга, то есть вот это несколько лет. И это просто потрясающее пространство, которое организовал ведущий Герман и помощник тренера Сергей. Необыкновенное было ощущение, что вот эти процессы мы можем почувствовать изнутри, то есть почувствовать себя участниками, что будут чувствовать участники этого тренинга. Получили настолько яркие и работающие инструменты, вот этот опыт, и видели, как они работают. Это просто потрясающе. Удивительный опыт, полезный, необыкновенно. И это настолько вовремя пришло. Вот ничего не бывает случайным. И этот момент, этот тренинг был просто подарком. Подарком для моей судьбы. Я благодарю. Меня зовут Елена, я из города Казань. Я прошла тренинг тренеров. И с чем я пришла? Я пришла в полных сомнениях себя, в чувстве вины, где-то, наверное, даже с чувством стыда, непонимания, почему меня раздражают люди, что происходит вокруг меня. И сейчас, спустя вот 9 дней этого тренинга, я выхожу полностью счастливая, удовлетворенная, так как я поняла, что нет ничего плохого и нет ничего хорошего, что все в жизни происходит действительно по определенному порядку. И все мои вот эти вот качества, от которых я сначала переживала, возможно, где-то плакала, сейчас я их настолько сильно все люблю. И с таким удовольствием я выхожу с тренинга и с огромной благодарностью к тому, что здесь происходило 9 дней.